славных тружеников отрасли – работники Юргинского линейного производственного управления магистральных газопроводов, создающие своим безукоризненным, невзирая на любые сложности трудом, проявляя высокий профессионализм, условия для бесперебойной подачи газа потребителям Кемеровской и Новосибирской областей Алтайского края. А профессионализма, опыта и знаний им не занимать. В 2018 году прошел фестиваль профмастерства общества «Газпром-Трансгаз Томск», участниками которого стали специалисты разных служб предприятия, и каждый из них продемонстрировал высокий уровень знания своего дела. Среди них Александр Гурдов, водитель транспортного цеха Юргинского филиала. Александр стал победителем конкурса профмастерства среди водителей автобусов. Я не впервые участвую в конкурсе профессионального мастерства, но в этом году я занял первое место среди лучших водителей автобуса. Участников было 30 человек. Подготовка была длительной, сложной. Помогали мне коллеги, за что им огромное спасибо, но результат порадовал. Максим Стефаненко, линейный трубопроводчик, тоже был участником конкурса профмастерства, но в своей номинации «Лучший трубопроводчик линейный». Участие в конкурсе – это был мой первый опыт. Очень сильно переживал, потому что большая ответственность, защита же родного ЛПУ. Вот, поэтому ну, состоялось все, как бы все неплохо прошло. Второе место занял среди 15 человек, 15 таких же площадок, вот, как наша. Я считаю, что такие выступления, такие конкурсы обязательно нужны. Потому что, первое, это обмен опытом происходит. Вот, это выясняешь, насколько ты на что способен, вот, насколько твои знания там и тому подобное, то есть свой профессионализм. Николай Бирюков, водитель, также сумел продемонстрировать высокий профессионализм в конкурсе профмастерства среди водителей пожарного автомобиля. Мое участие в конкурсе профессионального мастерства было для меня в этом году впервые, в котором я занял 3-е призовое место. Участие в данном конкурсе позволяет не только показать свои профессиональные навыки, но и перенять опыт других участников, что позволяет совершенствоваться в данной профессии. Победа и призовые места в конкурсах профмастерства – это личный успех каждого участника и подтверждение наличия наставничества в подготовке профессионалов в филиале. И все же повседневная работа газовиков устраивает испытания на прочность и профпригодность куда серьезнее, чем любой конкурс. Сибирская зима 2018 года преподнесла сюрприз Юргинскому ЛПУ. На крановом узле номер 173 магистрального газопровода Омск-Новосибирск-Кузбасс выявили неисправность крано-байпасной обвязки диаметром 325 мм. На устранение аварийной ситуации вышли 10 человек, работали в две смены. Быстро, насколько позволили погодные условия, вырезали и демонтировали неисправный кран, смонтировали и вварили новый кран, заполнили участок газом. В июле работниками Юргинского ЛПУ проводились работы по замене дефектного крана газопровода Новокузнецк-Кузбасс. Работы были включены в текущий план работы 2018 года по результатам приборного обследования трубопроводной арматуры специалистами инженерно-технического центра диагностики. Отработали слаженно. Задачу поставленную выполнили, ну, и обеспечили бесперебойный транспорт газа. К концу года плановые работы по замене линейного кранового узла, уже комплекс работ. Работаем также с представителями персонала, техника, управления восстановительных работ. Ориентировочно начало декабря. Ну, надеюсь, техника, люди не подведут, задачу выполним. Завершение данных работ позволило обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию газотранспортной системы. Знание, опыт, профессионализм и желание быть первыми, лучшими – вот слагаемые успеха. Но Юргинское ЛПУ – передовик не только в части внедрения новых методов работы, современных технологий и профессионализма его сотрудников. Здесь по праву гордятся социальной составляющей в работе предприятия. И одно из направлений – это благотворительность. На счету Юргинского ЛПУ – помощь и поддержка учреждений образования, культуры, спорта, Юрги и Юргинского района. Это оборудование передано Юргинским ЛПУ, школьным столовым города и района, детские площадки, оргтехника для районного дома культуры, спортивный инвентарь для подшефного детского дома «Надежда». Мы всегда рады оказать помощь всем тем, кто нуждается в нашем внимании, поддержке и заботе. Не остаются в стороне сотрудники Юргинского ЛПУ и от такого достаточно значимого на сегодняшний день всероссийского проекта, как сдача комплекса норм ГТО. С января 2017 года работники Юргинского ЛПУ приступили к сдаче нормативов. Директор Юргинского ЛПУ Олег Яганов одним из первых вышел на старт сдачи нормативов ГТО и выполнил их в своей возрастной группе на золотой знак, тем самым показав коллективу достойный пример. 176 работников предприятия приняли активное участие в выполнении испытаний комплекса ГТО, из них 14 на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия ГТО. Один из золотых участников сдачи норм ГТО – Николай Заворотный. В комплексе ГТО я сдавал бег, бег на лыжах, плавание, подтягивание, отжимания и другие нормы.
По результатам сдачи получил золотой значок ГТО. Отношение к спорту в нашей компании очень серьезное. То есть у нас проводятся спартакиады, мы также участвуем в городских соревнованиях. И это нам очень помогает в работе. Работники Юргенского ЛПУ являются активными участниками корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Томск. Новые имена». В этом году фестиваль проходил в 8-й раз, и Юргенский филиал представил на суд зрителей 5 номеров в разных вокальных и хореографических жанрах. Среди участников были и те, кому впервые пришлось участвовать в этом творческом форуме, и те, кто является постоянным участником этого творческого фестиваля. В числе последних Евгений Платонов. В этом году, да, мне посчастливилось побывать на фестивале «Новые имена». Мы выступали в номинации «Хоровое пение». Неплохо выступили. Самим очень понравилось. Работа и творчество имеют право на существование. В самой работе есть какой-то элемент творчества. Ты должен быть творческим человеком, чтобы отличиться на работе. Успех в работе предприятия его директор Олег Яганов объясняет удивительной сплоченностью коллектива и единением духа. Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности Олег Григорьевич искренне и сердечно поздравил газовиков Юргенского ЛПУ МГ с профессиональным праздником. Уважаемые дорогие коллеги, я всех вас поздравляю с праздником. У каждого есть своя граница, зона ответственности. Вы надежно закрываете этот, так сказать, этап или место работы. И хочу пожелать, чтобы ваши семьи, вы сами всегда были здоровы, чтобы наш дух коллективизма всегда присутствовал и был основополагающим в нашей работе. Всем успеха!